Дом, сделай что-нибудь! Дом? Он сдох! Блин! Что мы будем делать? Да я откуда знаю? Только не по лицу! Он опять занят какой-то хренью. Агась? И ты знаешь зачем? Нет, но я думаю, мы скоро узнаем. Агась? Нет, вы пунцельно пушка, он хочет вырезать мои мозги! Спасибо. Хорошо, большая дыня. Что тебе надо? Хай, розовые. Я командир Бай. Добро пожаловать ко мне на корабль. Ты хочешь нас сожрать? Что? Нет. Сейчас я вам покажу все вокруг. Этот корабль самый клевый в галактике. А есть и другие? Ну, в этом месте где-то шатался безмозглый Нимо. Этот чувак, наверное, клевый. Не, не очень. Это кладовка. Здесь мы держим наши технологии. А это что? Это нормализатор. Клёво. А это? Это лазерный пистолет. Фигня. Постой. Ладно, пошли дальше. Это комната воображения, чтобы чуть-чуть расслабиться. Она показывает то, о чем ты мечтаешь. Хай, красавец. Клёвая стрижка. Охрененный костюм. Я тебя не игнорирую. И это так обалденно! Ух ты, Том, ты все же любишь Рождество? Оу, Том, не надо. Том, не надо сжигать елку. Не смей сжигать елку. Не смей сжигать елку. Блин, ты все-таки сделал это. Что это? Дом. Пошли отсюда. Это мостик. Здесь мы контролируем все на корабле. Смотрите. Включить гравитация. Отключить гравитация. Не. Эй, а это что? Это зеркало самолюбия. Оно питает весь наш корабль. Что? Сейчас объясню. Моя раса самая самолюбивая во вселенной. И мы научились получать из этого много энергии. Но вечеринка с бухлом привела к поломке и нас закинула далеко в космос. Мы провели годы, стараясь отыскать путь домой. Но со временем мы себя запустили и не можем заряжать корабль. С тех пор мы мотаемся по галактике в поисках самолюбия, чтобы отправиться домой. Это ты к чему? Мы нашли одну подходящую расу, но они оказались слишком комплементарными задротами. Какой крутой корабль! Вау, как ты клёво выглядишь! Я голоден! Ты подстригся? Не пойму, какое это отношение имеет к нам? Кажется, я понял. Что? Оу. Оу. Продолжение следует. Озвучил Ксисер по заказу Неадекват Рекордс. И да, за текст спасибо Вайтвэю.